Это прямое включение с канала Барабит на Твере 11 февраля 2022 года до второго батла Кистара. Остался один день, и мы собираемся на ночную тренировку снова. Но сначала обязательный пункт перед ночными тренировками Барабит — это зайти в Жизнь Март. Итак, я чуть не успела в Жизнь Март зашла. Знаешь, если я зашла? Меня, наверное, все там ненавидят, но... Это, так сказать, база. Украденная еда сработает. Время 9:30. Я еще дома, тренировка уже в 10. А я только собрала вещи. И то не все, но... Как на вокзал? Набор бабы. Самое главное — это Чунгук. Таблетки, прокладки и, конечно же, паспорт. Вот так. Сейчас я буду доделывать повязку. Одну из. Ну вот, как бы... Да. Живем, живем. Как обычно, ребятки, сексят, и Аня просто. Наша главная фанатка Евгения. Все, идем тренироваться. Итак, это база. Вот этот перекус кавердей. И курица. Чистим, чистим. Так, время 2 часа ночи. Аня, не матерись. Мы только едем домой. Вставать через 4 часа, в общем. Всем пока. Все хорошо. Все хорошо. Отлично. Мидей. Опа. Наш. Одни дочки заходят. Удачи. Such a beautiful destroyer. Они уехали без нас, ключи полдня. Главное, что тогда Даша ехали.
лагере. Общага. Был аппетит. Опа! Опа! Это что такое? Это что такое? Меня окружают. Трэш. Девочки, не могу говорить, я на Мальдивах. Не могу говорить, танцую. Танцуй, Майда, и все, простите, пока всем. Итак, на часах 7:40. Как ваши ощущения? Ощущение, что нам ехать на двух транспортах. До транспорта. И мы хотим есть. Очень. Это единственные новости на данный момент. Челябинский Мак нас очень ждет. Всем спасибо, всем пока. Короче, доброе утро. У нас тут... У нас мэйдэй просто. Мы идем. Куда мы идем? Мы идем к водителю. Да. Мэйдэй. Вот. Станция метро Уральская. Ставлю 0 из 10, потому что находится в жопе города, и нам пришлось перебегать дорогу до метро. Нарушать. Плохой экспириенс. Прямое включение. Что забыла? Конечно же, паспорт. А зачем справка? Ну, QR-код вообще будет. Не будет. А если будет? Их уже начинают возвращать. Нет, не будет. Не будет. Не будет. Какие красотки. Мэйдэй. Едем. А мы уже в Челябинске. Итак, место встречи изменить нельзя. Второй раз мы в Челябинске на батлах. И второй раз идем в Макдональдс. У нас семейные разборки. Это я Чунгук, который кого-то... Вы просто ничего не умеете. Вытаптывайте себе тем, что за Чунгук. Сегодня мы разбираем текст песни «Зачем мне солнце и Монако?». Погнали. Зачем мне солнце и Монако? Здесь все понятно. Солнце и Монако, все ясно. Потом кислота. И чего, скажи, мне луна в Сен-Тропе? Сен-Тропе — это городок во Франции. Поняли? Я думала, это какой-то секс-игрушка, если честно. Так, я накрасилась. Молодец. Девочки почти накрасились. Тася. Я в пу играю. Тася играет в пу. У нас накрасилась Катя, это 100%. Она помогает Вере. Такие дела. В этот раз у нас не эмофаза. У нас эмофаза просто как у бомбгю. Ну, короче, в этот раз мы на этом же месте. На том же месте, да. Ну, в этот раз у нас не эмофаза. А вот... Иди одевайся скорее. Быстро! Побежала! А вы что? Не слышно ничего. Твои подружки хотят ко мне по номеру. Говорят мне о любви, но да, я не заткнулись. Вот такое. Вот такое настроение. Мы внутри. Ваши ощущения? Я не могу.
мы уже ходим. Мне кажется, я волнуюсь больше, чем вы все. Я за вас волнуюсь. Мои вещи. Я приехала. Мои вещи. Черт, все, пошла вон отсюда. Вон, пошла отсюда. Без тупина сегодня пока. Мы уже на Кейстаре. Итак, коротко об ощущениях, о впечатлениях от второго раунда. Ну мы молодцы. Пятое место. Мы идем сразу после самых сильных команд раунда, собственно. Да. Но в целом ситуация жопа. Очень да, страшно. Ситуация жопа. Нас чуть не поменяли хореографиями, но... Ну ладно, нормально. Точнее, группами. Ну, нас не поменяли, самое главное. Нас не поменяли. Идем кушать. Давай, читай. Так, это бланк Екатерины. Барабит 8-9-9-10. Вероника. Барабит 8-9-9-10. Последняя. Хванджи. Барабит 7-8-8-9. Штаны супер. 3000 стоили. Это раритет, девочки. Это штаны за 3000 рублей.